Я просто поддерживаю заявленные обязательства, считаю, что кроме права предусмотрено нормами права предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом, и прошу дополнительно приобщить, так сказать, текст заявленного ходатайства, согласованного с заявленным. Защиты обвинения ходатайства будет. Одно основание усомниться в достаточности подозрений в отношении Сорокина. Сорокин, в пленинг желаете выступать? При этом все равно считаю, что я достойный гражданин своей страны, и если мне будет избран мер пресечения по обвинению в выезде, я полностью все условия, возложенные на меня судом следствием, обязуюсь выполнять. Постановление Нижегородского районного суда от 19 декабря 2017 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сорокина Олега Валентиновича оставить без изменения апелляционную жалобу с дополнением адвоката Лебедева без удовлетворения.